Севастопольцев приглашают бесплатно проверить свои тонометры. 11 февраля в нашем городе состоится всероссийская благотворительная акция «Будь уверен, будь здоров». Ее проводит Росстат и подведомственные ему организации. Цель – донести до жителей России важность регулярной проверки точности показаний бытовых тонометров для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний. В день акции специалисты Севастопольского центра стандартизации и метрологии бесплатно будут вести прием граждан для проведения контроля выходных параметров бытовых тонометров артериального давления. Всех желающих ждут по адресу: улица 6 Бастионная, 32, с 8:45 до 17 часов.